Всем доброе утро. Я себе сделала сегодня кофе в стакане. Потому что у нас молоко в кружках нельзя греть. В этом микроволновке, вот в таких, потому что ну, там напыление. Вот поэтому сегодня в стаканчике в таком киевском сделала. Да, доча. Доча поела только что, я ее покормила. И вот сейчас сама с печенькой села попить кофе. А Коля у нас уже уехал в деревню помогать маме. Всем доброе утро, всем привет. Сегодня настал тот день, когда я поехал в деревню. Заехал сейчас в светофор, то, что мама просила купить. Там ничего не оказалось. Поедем, значит, в Зиминский светофор, будем там смотреть, может, там что есть. Вот, заехал в аптеку также, купил лекарство, которое попросила. Ну вот, короче, начинаем выезжать из Саянска. Потихонечку. Сейчас буду вам немножко снимать, Алина попросила. Сегодня, надеюсь, я не забыл. Вроде начал. Надеюсь, не забуду до конца съемки вести. А так, выспались сегодня нормально. Я тут был просто замечательно. Попили кофейку, сейчас позавтракали с Алиной. И поедем. Поехал. Поехал я. Один. Туда-сюда. Завтра надо к стоматологу еще ехать. Эх, этот зуб. У нас сейчас план такой, мы хотим с дочерью одеться и пойти к маме. Моя мама сегодня на рынке, напротив, тут недалеко, продает картошку остатки. Поэтому мы хотим пойти и помочь ей побыть с ней, как она там, проверить. Привет вам от Варюши. Она ждет вкусняшки, как обычно. И ничего не ест с утра. Да? Мяско ждет. Есть в нашей стране такой населенный пункт под названием а-ля город Зима. Ну, его называть городом невозможно, посмотрите, знак зима, и дорога начинается просто вот такая вот трясучая. Вот, по въезду в город вы понимаете, что вы приехали в какую-то задницу, потому что, ну, слева развалины всякие промышленные места, справа сгоревшие садоводства, и все это украшается четкой, ровнейшей дорогой. Вот. Как город вообще не впечатляет. Ура! Наконец-то мы вышли из дома. Не прошло и 2 часа. То ребенка одеть, то подгузник поменять, то попоить, то самой одеться, то фотку скинуть. Сфотографировала ее 12-месячную с циферкой 12 делала. Ну, в общем, собираюсь за каждый месяц. Собирала ее фотографии. Только, вы знаете, двойку не могу найти. И в итоге мы с Колей двоечку просто сделали, ну, подставили. Остальные вот все сделали. Сегодня доделала 12 нам, скоро 12. Впритык не получится, потому что в день рождения эти фотки должны быть уже распечатаны. Поэтому сделала пораньше, в 11 с копейками. Вот, а мы сейчас идем к маме. У меня мама картошку продает на рынке. Вот здесь, возле морковки, у нас осталось много картошки. И чтобы она не пропала, мама вот решила выйти ее продать. Ну, берут, в принципе, когда как берут, ну, берут. И поэтому она, в общем, это, сидит там, продает, а мы ее сейчас попроведуем. Да, конечно, к коляске я привыкаю. Коля вчера сказал, что это, конечно, не наш вариант, он тоже скучает по нашей коляске. Посмотрел, мы вам рассказывали, да, походу, что посмотрел колеса, почем надувные, что они 1700 стоят. Одно колесо хотел поменять. Ну, ничего. Вот, идем, у нас тут, видите, все раскурочено, ремонт. Я прям жду, когда вот эту дорожку сделают, чтобы с Авелиной гулять вдоволь. Так, нам туда, доча. Так, здесь вы можете видеть, что я развернулся. Там позади идет ремонт дороги. В прошлый раз я ехал, ну это уже прошло около месяца где-то. Все стоит на месте,
ничего не поменялось. Как скрыли дорогу, так скрыта дорога и осталась. Я, короче, развернулся. Не хочу бить машину недавно, потому что сделал подвеску, поменял привода. Это очень сильно влияет, убитые дороги. Поеду я лучше в объезд. То есть сейчас возвращаюсь назад и еду по центральным улицам города. Вот такие вот дела. Потому что там, ну, очень ужасно, я буду ехать дольше. Проще сделать крюк. Такие вот дела. Такие вот дела. Да, вот, можете посмотреть на меня такого довольного жизнью, дорогами. Ну ничего, сейчас быстренько проедем. Ну что, мы дошли. И вот как раз покупатель у мамы. Мама продает картошку. Покупатели без пакетов. Мама даже пакеты свои берет, дает им. И скидки делает, и картошки меняет. Тут порассказывала, какие бывают покупатели. У нас очень дешевая картошка, я вам потом покажу цены. И есть еще те, кто недоволен и просят заменить. Картошки роются прям. Бабушки на маму ругаются, говорят, зачем вы меняете? Это и так дешево. Но мама меняет. Дочь, смотри, как мы удачно пришли. Баба-ба картошку продала, видишь? Чопик. Мы в новых сандаликах и в новых шортиках. Вчера купили, потом еще другие оденем. Эти маечки там у нас еще. А вот тут у мамы машина, прямо на парковке рядом у нее, там в багажнике картошка. Вот она ходит и набирает картошку. Мы когда-то с Колей, кстати, много-много лет назад тоже стояли вот здесь вот на этом магазине, продавали картошку, также из машины, из нашей, правда. Я вот прям сейчас вспомнила, как мы тоже ходили, нагребали, опять продавали. Ну, у нас также, практически у нас каждый год остается картошка, и мы ее продаем потом летом. Бывает, что мы ее в кафе сдаем прямо. У нас кафе покупает одно. Папа вообще постоянно в кафе сдавал. Там брали очень выгодно у нас, и мы очень много сдавали. А сейчас как-то вроде не надо, что ли, мама вроде узнавала где-то, и поэтому вот на рынке продает. Ну вот, короче, я все затаился, все купил, то, что мама просила. Правда, по наводке, что все в светофоре, ничего там, оказывается, нету. В общем, побегал по оптовке сейчас, по, как он, Владимировский, что ли, рынок называется. Вот там купил корм 2 кг кошкам и шпагат нашел. Как-то нопеньковый, что ли, или не нопеньковый, ну такой, короче, типа тряпичный, который гниет и рвется. Экологически чистый, грубо говоря. Ну вот, все. Еду я по колотушке по дороге. Надо будет поделать сегодня дела. Либо вечером, либо завтра утром обратно. Посмотрим, как будет самочувствие, как будет настроение, как будет зуб себя вести. Баба идет. Видишь, какая картошка? Да, вот. Что ты тянешь? Мама продала еще картошку бабушке и повела ее домой. И вот решила ей донести пакетик с картошкой и продуктами. Мама говорит, уже так делала. Вроде бы даже этой же бабушке. А мы тут стоим, да? Продаем картошку, да? Вон наша картошка там продается. Авелина уснула, а я сходила, смотрите, купила такой вот напиток новый. Ни разу не пробовала, но я уже видела, что его продают. И тут просто обещают, что вы прям будете супер здоровые. Прям витамин В6, он нормализует углеводный процесс. Витамин D стимулирует обменные процессы, кальций, там то все, 5-10. Короче, такой состав. Ну ничего, мы с мамой заценили. Мама сказала, попить разок можно. Все. Только что доели луковые колечки. Мне захотелось прям вреднятины какой-нибудь. Вот. Велина спит. А мы с мамой торгуем, стоим картошечкой. Мама сейчас еще ходила, уносила другой бабушке в другой дом картошку. Короче, 80 рублей ведерко. И при этом мама еще доставку делает. Ну, это просто вообще шикарный сервис. Собаку,
гулять хочет, просится на улице. Пойдемте смотреть владение. Что там? О-о, Андрей уже поставил струб. А это что, я все время снимаю без фокуса, да? Ну, отлично. А вот теперь фокус появился. Ох, какие тут огурцы-то большие, здоровенные, здоровенные. О, тут все подсохло. Мама решила здесь посадить картошку. Картошку, капусту, свеклу и редиску, вон там видно. Ну-ка, где-то огурки. Вон они, ничего, какие здоровенные там огурки. Ой. И вот еще, ничего, здоровенные огурцы. Тут в цветочках все. Ой, здесь тоже огурчики. Ух ты, красные помидорки. Красные помидорочки здесь. Причем много, надо сегодня собирать их есть. Ой, здесь огурки висят. Красота. Ай, какие большие будут скоро. А он самое здоровое красное. Ну что, пойдем истреблять что-нибудь. Что-то редиску можно подергать. Что-то и плохо, кто-то ее жрет. Да и мы ее тоже пожрем. Вот такие вот что-то небольшие. А вот большая. Ну все, короче, буду я кушать редиску. Какова красота все-таки. Как вкусно пахнет. Вкуснявые. Клумба. Целая клумба под окнами. Ну, здесь огородчик тоже. Небольшой. Ух ты, ягодка. Ягодка еще, правда, зеленоватая. Наверное, где-то тут должна быть нормальная. Ну, такая что-то еще. Еще не созревшая. Еще зреть и зреть. Че, Коша? А, Коша. Че скажешь? На беззвучном? Что-то мякнуло. Я там тебе корму привез. Эй, отцепись от моих часов. Цепилась. О! Какая Коша. О! Как когти распустила у меня. Что, еще покусать меня захотела, что ли? Я тебя покусаю. Покушается на мою руку. Иди. Все, отпускай. Отпускай. Я тебя отпустил, и ты меня отпускай. Все. О, я тебя обманул. Этот все хочет бежать, куда-то бежать. Тебе что, дел дома нет, что ли? Тебе надо бежать куда-то, да? Морда моя, старая уже морда. Сколько тебе уже лет посчитать надо хоть, а? Когда ты появился на свет. Старичок. А в душе молодой бегун. Ой, у нас уже сколько часов? Наверное, 4 часа прошло. Много прошло, в общем. Мы уже сходили покушали с Авелиной. Переоделись. Мама пришла, покушала. И опять идет на свою работу. Ну да, немножко еще. В общем, у мамы такая работа сейчас. Ну, еще на завтра и все работает. Еще завтра хочет до обеда, а потом уже закругляется. Закончится. Да. Пошли с Авелиной провожать. Идем по нашим дорогам таким корявеньким. Ну вот, немножко навел порядки. Состриг вдоль плитки. Ну, короче, по швам плитки и траву всю скосил. В огороде тоже все покосил. Всю-всю травушку. Мама тоже немного подмела, убралась. Тут скосил, там скосил, там скосил, там скосил. Везде, короче, поскошел. Два бачка бензина жег. Теперь он разбираю лесопед. То есть разобрал уже. Вот здесь вот можно узреть. Вот она такая маленькая дырочка, видите, прям по центру. Спускает колесо, сейчас буду клеить. На машине лежит. С прошлого раза, когда дочь проколол колесо на коляске, заплатки и клей, буду сейчас клеить. Привет. Ну что, какой у нас итог дня, сколько продано? Хороший. Ну как сегодня? Сколько ведер примерно? Примерно? Продали. Надо подумать это.
прикинуть вчера, сколько мы нагребали. Ну, точно больше 5-7 ведер, да? Ну да, около 10. Около 10, ну это хорошо. Ой, надо все равно туда. Все, мама сейчас поедет на дачу поливать, собаку кормить. А мы сейчас с Эвелиной домой идем спать на вечерний сон. И все. Ну ясно. Все, это остатки. Это уже не продали. А вон и мама выезжает. А мы уже дорогу перешли. Пока! Сейчас мама польется, сделает на даче и пока и приедет. А мы идем. Сейчас молочка и бай. Еще немножко бай вечером. А через дорогу огород, где еще огород. Капустка, лучок. Картошка, посмотри, какая плохая. Что плохая? Нормальная картошка. Морковка, тут лучок. Это из-за того, что утонуло горох, бобы. Хорошая картошка, он цветет. Вон там немного, но есть такие прорехи. Какие-то на. А у него масло не текло, когда он пахал тебе? Если масло могло течь, то там, скорее всего, и погибнет картошка. Так, красота. Ляпота. Но. Будет, не будет. А здесь тыковка и кабачки, да? Да. Кабачки и тыковка, и комары дикие. Нормально. Еще возить придется ее. А, я рядом прошел, не стал. Вот он след. Комара съел. Вкусного, наверное. Сейчас заводил, катался на этом Франкенштейне. Да, жестковато, конечно. Не сравнится с пасенькой. Вот, в прошлый раз я тут этот редуктор перебирал. Что-то, по-моему, он течет немного, мокрит колесо. Тормозов тут что-то вообще нет никаких. Надо будет что-то делать с ним потом. А пока я тут маялся, увидел, что там случилось на ульке. Пока я там, значит, убирался, работал, пришел бычара или коровка какая-то и просто рогом своим так хлобысь, протерла, надо будет заполировать. Ужас. Вот вам и деревня. Ну все, еду уже назад потихонечку. Все вроде бы сделал. Что-то не все, там, конечно, еще местами осталось, мелочевочка. Вот, еду уже обратно домой к девчонкам. Короче, уже проезжаю в соседнюю деревню. Красота, тепло, люблю лето. Ух ты, какие тут дорожки. Ну, короче, продолжаем ехать. Слушаем музыку. А у нас опять еда. Ужин. Огурцы у нас свои. Да. Молочные. Коля привез огурчики, помидорчики. Да. Мы будем ужинать. Все, собраться не можем, все по частям ходим. Все. Мама приехала с дачи, смотрите, что привезла. Обалдеть просто. Целая кастрюля. Огромная кастрюля клубники мы объедаемся. Вот такие вот сверху уже с Колей, вот такие вот крупные, уже все поели. Сразу просто, как только мама занесла. Я сижу за компьютером, загружаю влоги. Короче, монтирую наперед. И сразу прям делюсь, рассказываю, что тогда, когда мы будем в Иркутске, а мы завтра уезжаем уже в Иркутск, влоги будут, получается, выходить вот то, что я наперед загрузила. Вот, у нас такие дела. А почему мы уезжаем в Иркутск? Кто нас смотрел, знает. Вообще, как вы думаете, зачем мы уезжаем в Иркутск завтра? С мамой. Мы едем вчетвером. Впятером. Напишите, каким составом. Зачем мы едем в Иркутск? И тот, кто угадает,
я обязательно назову влоги. Спасибо, если вы угадаете, если вы внимательно нас смотрите. А сейчас пойду унесу полотешко. Мои там купаются. У нас тут здесь отключили горячую воду в Саянске. Все, прощаюсь с вами.